11 августа в 11 ночи вечера разыгралась вот такая вот непогода. Ничего не видно, и молния, и гроза. Я, как всегда, в погоне за молниями хочу хоть одну заснять хорошо, но у меня ничего не получается. Хотя вот тут что-то есть, и, может быть, вы даже увидите. И я увижу, когда буду монтировать. В общем, так вот. Ой, всполохи какие. Как говорил великий писатель, люблю грозу в начале мая, как ударит из-за сарая. В общем, ну, не май, конечно, но август. Но вот такое вот творится. Не знаю, может, звук даже услышите. Ну, в общем, вот такая вот катаклизма. Оба-на. Как анекдот, почему во время грозы блондинка улыбается? Потому что думают, что ее фотографируют. Так и я. Выглядываю тут. Не спится мне. Ну что же, увидимся еще. И пока-пока. До новых встреч.